Накануне вечером на дорогах города был задействован весь личный состав отдела внутренних дел. Сотрудники правоохранительных органов выявляли автомобили с тонированными стеклами, с отсутствием госномерных знаков, нарушающие правила дорожного движения, а также правила хранения оружия. Словом, от зоркого взгляда полицейских скрыться никому не удалось. Уже есть результаты работы. Есть задержанные транспортные средства на платном стоянке, без водительского удостоверения, без соответствующих документов. Также по проводимой операции оружия, без доставления в отделение городского отдела за нарушение прав ношения и хранения оружия. В ходе рейда всего за несколько часов был выявлен не один десяток административных правонарушений. Большую часть среди них составили нарушения правил тонировки стекол. Не обошлось и без превышения скорости проезда на запрещающий сигнал светофора. Как известно, проскочив на красный свет, можно попрощаться с белым. К сожалению, не всех горожан пугает такая печальная перспектива. Нарушение правил остановки и стоянки также является весьма распространенным явлением. Автолюбители паркуются где хотят и как хотят, затрудняя движение, создавая аварийные ситуации. Кроме того, в задачи рейда входило повышение безопасности дорожного движения у школ и детских дошкольных учреждений, проведение разъяснительной работы среди водителей по вопросам соблюдения правил дорожного движения. Подобные рейды будут проводиться регулярно, заверил нас инспектор по безопасности дорожного движения Валерий Лаширава.